Всем большой привет, с вами Виталий, добро пожаловать на мой канал. Как видите, протесты продолжаются, наверное, все уже вы слышали, что приняли такой закон, что теперь запрещены аборты на государственном уровне. Единственное исключение — это изнасилование, либо если это угрожает жизни матери. Вот. Но также начали выходить тут все подряд, выходить, доставать, и ученики, и студенты, и мужики, и с детьми выходят целыми семьями. После того, как ввели новые также обострения 23 или 24 октября, каждый вечер теперь парализованный центр полностью. Все сигналят, на машинах стоят, трамваи стоят, автобусы, куча людей, очень много. Весь центр заблокирован полностью. Вышел вам поснимать, что происходит. Это практически по всем городам Польши, особенно в крупных городах. Все стоит вообще, в центр не суньтесь, если кто будет сейчас проезжать в эти дни вечерами. Конечно, это жестче, чем я ожидал. Столько людей, просто тысячи, тысячи людей. Я в одном месте возле галереи Доминиканской стоял минут 40, наверное, на одном месте. И люди просто не прекращая шли, шли, шли. Это просто жесть. Призывали также не идти сегодня на работу. Призывали выезжать на велосипедах, на скейтах, роликах, на машинах. В общем, не знаю, чем это все закончится. Уже это идет несколько дней. Недовольны люди нынешней властью, то есть какими-то моментами. Они просто парализовали весь центр, все улицы. Или они кругами ходят, я не знаю. Просто жесть. С вами был Виталий. До новых встреч. Пока.